Привет, кукинтаймщики! Воскресным солнечным утречком после хорошего субботнего дождичка я решил отправиться за грибами. Или за грибочками. Честно признаюсь, я особо не отличаю съедобные от несъедобных, поэтому буду надеяться на грибную удачу. И да, сумку я взял с собой большую. Страшное испытание – это смотреть, как машины уже припарковались, а ты не можешь найти разворот на трассе. У меня такое ощущение, что они сейчас заберут все мои грибы. Как видите, я в полной боевой готовности, в резиновых сапогах, уже нашел лесную трубку, которой собираюсь воспользоваться. Я надеюсь, меня ждет очень много грибов. Не, мне кажется, это слишком большие для опят. Опята продаются маленькие, в пакетах, замороженные в Ашане. Мой первый гриб. Я счастлив. С размером сумки я, конечно, погорячился, но для дебюта результат меня вполне устраивает. Помимо всевозможных грибов, в которых я еще полностью не уверен, я нашел несколько белых и даже знаю, что с ними сегодня приготовлю. Ризотто с белыми грибами. Сегодня был замечательный осенний день. Несколько часов в лесу в поисках моих самых первых грибов доставили мне огромное удовольствие. Конечно, я устала, потом была долгая дорога домой по пробкам, но главное, что сейчас я могу вознаградить себя вкуснейшим, я уверен, ризотто из белых грибов. А главное, у меня еще осталось много грибов, я их отварю, заморожу и буду еще долгое время радовать себя блюдами из лесных грибов, которые я собрал сам. С вами был Саша, Cooking Time видеоверсия. Пока-пока! Воскресным солнечным утречком после субботнего дождичка, особо не разбирая съедобные грибы от несъедобных, я буду надеяться на грибную удачу. Возможно, это мое последнее видео.